вас 12 евро 88 центов. Нет, у меня вышло 12 евро 85 центов. Придется вам все пересчитывать. Повнимательней, вперед. Ну бросьте, вы серьезно? Девушка сделала ошибку. Все на свете делают ошибки. Некоторые люди просто невыносимы. Дэнни Бун. Година 2006-го. Ты все такой же жадный? Вовсе нет. Вспомни, как ты бросил меня накануне дня рождения, чтобы не дарить подарок. Это совпадение. Сколько на моем счету? 248 596 евро. Я должен экономить. Ну, вы и так экономите. Недостаточно. Он ни с кем не считается. Пропустили автобус. За те налоги, которые я плачу, я должен ездить бесплатно. Может быть, поужинаем вместе? С удовольствием. Даже с девушкой? Он пригласил меня на ужин. О, нет. Что такое? Не забудь взять свою кредитку. У вас есть что-нибудь с крабами? Салат из крабов. Ого, а можно заказать половину порции? Или не класть туда крабов? Самая жадная комедия лета. Хватит трезвонить. Я ваша дочь. Использовать до апреля 64. Почему ты не сказала об этом раньше? Не сказала, что ее отец самый большой жмот в мире? У меня нет для тебя места. 100 евро в неделю. Это, конечно, хорошо. 120. 140. Хорошо. Душ максимум 2 минуты. Наверное, ты... Что я? Борец за экологию. А почему бы и нет? От режиссера право налево. Что ей от меня нужно? Может быть, лучше узнать вас? Вы очень наивны для банкира. В жизни бывают моменты, когда не остается ничего, кроме как платить. Какой идиот. У меня есть к тебе просьба. Жмот! Очень вкусно, но я наелась. Ничего страшного. Да идите дома. У вас нет с собой пакетика? В кино с 8 июня.